День города – праздник, которого каждый год ждут с большим нетерпением. В этот раз событие поразило своими поистине зрелищными гуляниями и мероприятиями, в которых активно принимали участие жители Бреста и его гости. Именно в этот день люди смогли побывать сразу в нескольких местах проведения торжества – на центральных улицах города, у памятника тысячелетию Бреста и на площадке у выставочного зала на улице Советской, где внимание публики была представлена концертная программа. Брестейцы смогли полюбоваться красотами города над Бугом и из экскурсионного автобуса, организованного специально для всех желающих познакомиться с прекрасными уголками Бреста благодаря автотуру «Путешествие в прошлое, настоящее и будущее». Вообще-то очень интересное событие. Мы очень благодарны всем организаторам праздника, которые устроили нам такое замечательное дополнение именно экскурсии по городу. И в завершении, может быть, хочу просто вам пожелать всего хорошего. Я подчеркиваю для себя новые знания, которые не знала про наш город, и это хорошо. Знать про свой город всю историю. И второе, что хотела сказать, что праздник города у нас с каждым разом все улучшается, то есть какие-то мероприятия организовываются для жителей хорошие, и поэтому мы сегодня по максимуму хотим посетить вот все мероприятия вплоть до фейерверка. На праздничных площадках Бреста люди с интересом знакомились с представленными образцами ремесленного искусства, участвовали в спортивных состязаниях и наслаждались любимыми песнями. Брестские вокальные и танцевальные коллективы давно покорили сердца брещан. Именно поэтому они и были горячо встречены. Профессионализм и артистичность выступающих не могли не очаровать. Именно благодаря им была достигнута волшебная атмосфера дня. Мы празднуем День города, нам очень понравилось. Мы приехали, в общем-то, из России к вам, приезжаем уже шестой год подряд отдыхать. Под Кобрином есть такой пансионат детский, «Колос» называется, оздоровительный комплекс. Нам там очень нравится, и Белоруссия вообще, мы в восторге. Сегодня мы встали пораньше, чтобы приехать к вам в Брест. Да, второй раз уже посещаем День города в вашем Бресте в прошлом году. Замечательно, изумительно, песни. Мы здесь были до вечера, ходили в парк. Программа «Дня города» не переставала уделять разнообразием своих мероприятий. В рамках празднования 995-летия Бреста в городе прошел традиционный праздник книги «Читающий бульвар». Перед центральным входом городской библиотеки имени Александра Сергеевича Пушкина под звуки струнного квартета оркестра духовой эстрадной музыки гости мероприятия смогли окунуться в атмосферу Бреста 40-х годов 20 века. Выставка экспозиции «Заглянем в 40-е» дала возможность увидеть предметы интерьера, редкие издания из фондов Брестской областной библиотеки и журналы мод того времени, фотографии из личных архивов горожан. Собранные в этот день книжные выставки, посвященные Бресту, помогли пролистать страницы истории нашего города. Сегодняшний наш читающий бульвар посвящен 70-летию освобождения города Бреста от немецко-фашистских захватчиков и 40-м годам прошлого века. Почему 40-м? Потому что именно в это время отсчитывает историю нашей городской библиотеки. Наша городская библиотека, очень интересная у нее история, но она относится к тем немногим библиотекам, которые никогда не закрывались. Мы работали всю войну. Мероприятие делится у нас сегодня на три блока. Сейчас у нас идет поэтический марафон, где все поэты и писатели Брещины подходят к микрофону и говорят, читают свои произведения, свои новые стихи. Сегодня стихи о Бресте и о 40-х годах. Город Брест – один из самых красивых городов Беларуси. Многообразие старинных уютных улочек, гуляя по которым кажется, что переносишься в далекое прошлое, а также новые обустроенные районы, дают основание полагать, что город с каждым годом будет развиваться, хорошеть и не переставать удивлять.